Всем привет! Расскажу фишку, которую для себя только что открыла. Когда мы работаем со структурой и как нам найти всех людей из нашей структуры в социальных сетях? Ну, во-первых, мы проходим в бизнес-приложение, мы выбираем консультанта по структуре, проходимся, дальше добавляем человека в друзья, сохраняем контакты. После этого, когда мы отработаем всю нашу структуру, да, переходим в приложение ВКонтакте, нажимаем «Друзья», «Плюсик», нажимаем раздел «Контакты», и здесь самая фишка идет синхронизация с нашим телефоном. Все наши консультанты, которых мы сохранили ВКонтакте, мы потом просто добавляем. Для меня это было открытие, я помнила, где-то видела, но не использовала, и вы можете посмотреть, сколько мне нужно отрабатывать. Теперь мы то же самое делаем с приложением «Одноклассники». Заходим туда. Дальше вот здесь нажала «Друзья». И здесь мы видим контакты с телефона. Нажимаем. И, соответственно, у нас появляются контакты из телефона. Представляете, как классно? Теперь то же самое делаем в Инстаграм. Заходим в сеть Инстаграм. Далее нажимаем три полосочки, которые у нас находятся вверху. После этого переходим в настройки в самом верху. Далее аккаунт. Видим? Угу. И синхронизация контактов. Видите? Сюда переходим. Дальше мы подключаем синхронизацию и какое-то время ждем. Потом также через некоторое время мы переходим, где у нас три полосочки вверху в меню, и смотрим, нажимаем «Интересные люди». Вот. Так происходит синхронизация ваших знакомых здесь. И вы уже заходите, подписывайтесь на ваших близких, знакомых. Даже, возможно, вы и не знаете, что они зарегистрировали профили. То есть все это происходит через их номер телефона. Как вам такие фишки? Мне кажется, это очень здорово и поможет вам работать как с вашими партнерами, с командами, так и просто найти ваших друзей, с которыми вы давно когда-то общались, были знакомы, и у вас сохранены эти люди в телефоне ВКонтакте. Напишите комментарии, узнали ли вы что-то новое сегодня. Успехов вам!